доски. Поэтому доработайте, чтобы как-то разнообразить свою жизнь не работать, начал искать какие-то связанные с танцами. В парке Open Air, когда ребята работали на какой-то сцене, танцевали, это был май месяц, танцевали свинг, Линдзи Хоп мне очень понравилось. Я записался, и в следующий день начал заниматься. 5, 6, 7, 8. Рокстер, кикстер, кикстер, да, кикстер, кикстер. Я еще дальше пошла. Вернулся в несколько часов, искал возможность начать заниматься, продолжить. Но остаться, было танго, были бани, народные штуки, фламенко. Однако лендихопа или свинга такого не было. Случайно вопрос на объявление ребят, которые хотели самостоятельно организовать группу, самостоятельно изучение свинговых танцев. Это было, шла речь про West Coast Swing, немножко другое ответвление от свинговых танцев, отличающихся от лендихопа, современную музыку. Они буквально 3 недели начали заниматься, и я ему позвонил, говорю, что вот есть такой, я вот учился в Киеве за Тараса Мельника. Вот это было в школе танцев Вилли Шосток. Вот те ребята, которые это организовывали, они до сих пор в фирме Линдзи Хопера. Вот, я позвонил, говорит, ну классно, приходи, покажи. Я со своей тогда девушкой, теперь женой, к ним пришел. Мы показали что-то, это было достаточно примитивно по теперешнему уровню. Они сказали, круто, можешь занятия провести. Ну давай попробуем. Идея самого танца — это социализация. Понятие социального танца — это скорее просто, когда ты пришел на вечеринку, где на тебе играет медик, приглашаешь любого человека и танцуешь вместе с ним. Знаменитый постоянный партнер, ты не учишь, как это хореографию заучить. А ты учишь именно принцип, как набор движений, базу, учишься взаимодействовать с партнером, учишься слышать музыку.